Неудачный подарок на свой день рождения выбрал житель Витебска. Правоохранители показали видеозапись камер наблюдения, где видно, как молодой человек открывает прикрепленный к прилавку смартфон в одном из салонов связи и убегает. Сообщается, что воспользоваться бы телефоном жулик не смог, поскольку это ограниченный по функционалу демонстрационный образец, с которого невозможно позвонить. Более того, этот муляж стоит всего 8 рублей. Пытаясь уйти от ответственности, фигурант несколько дней скрывался, проживая на съемной квартире. Тем не менее, сотрудники уголовного розыска установили его личность и задержали. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Что ж, может, не зря говорят, что день рождения – грустный праздник.